Всем по привету, мои дорогие зрители и подписчики, с вами, как всегда, Сладкоежка. Сегодня у нас реакция на Вернама, реакция на видеоролик, который мне прислал мой подписчик, бил через донатик, за что ему огромное спасибо. Уровень, который пробьет лимит сложности в ГД. Ну что ж, ребят, интересненько, что же это за такой уровень, который пробьет сложность? Ну что ж, думаю, будет интересно, весело и прикольно. Всем желаю приятного просмотра. Поехали! С последнего нормального топ-1 уровня от Черри прошло уже более 2 лет. И что ничего мы себе! Сегодня? Фейерворк топ-9 демон, Агита непонятно где, Сарай вообще отменили. Сарай! Silent Circles, происходит что-то непонятное. Задолбало! Мы РКГД, и в 2019 году благодаря нам родился лучший топ-1 за всю историю игры. Но времена идут, планка скилла растет, и пора бы к ней адаптироваться. Приветствую элиту Flash Community. Сегодня вы все узнаете о новом топ-1 проекте Черри, который не будет понерфлен, который не будет отменен. Меня не меньше вас задолбали все эти убитые топ-1 проекты. На этот раз я железно настроен его закончить любой ценой. И в этом видео я расскажу, что же это за уровень, как он вообще появился на свет и что его ждет дальше. Откуда он вылез? Redemption? Для начала давайте вообще разберемся, а откуда появился Redemption. История на самом деле куда проще, чем может показаться. В один прекрасный весенний вечер в войсе собрались 3 человека. Так. Разумеется, я, Орте, человек, построивший весь ГП в фейерворке, и Йонка Вейв. Тогда еще совсем молодой и подающий огромные надежды ГПшер из нашего комьюнити. Орте уже был явно не тот, и в Черри требовался преемник для некогда самого великого ГПшера за всю историю тьмы. Предыдущий кандидат, Артуманка, продал свою мать за модерку и больше Туманка? Не нашему комьюнити не был нужен. Первый раз слышу об этом человеке. Кого именно мы решили взять на замену вышеупомянутого отброса. И прямо в том самом войсе было решено устроить ему последнее испытание. Построить сиквел к фейерворку. Сейчас те, кто уже видели Redemption, наверное, начнут возмущаться. Да какой сиквел к фейерворку? У меня, кстати, реакция на Redemption есть. Ничего общего. Так вот, оказывается, есть. И в конце я скажу, получилось ли у Йонка Вейв сделать достойный сиквел для фейерворка. Но вернемся к истории. В скором времени ГП был готов, и ничего не произошло. Дело в том, что Йонка Вейв построил ГП в середине марта 2021 года. Угу. И ровно через 2 месяца после столь грандиозного события команда Черри, та самая, что должна была вдохнуть в него жизнь и задекорить, благополучно развалилась. Пиздец. Бывает. С тех пор утекло много воды. Спустя год после изложенных событий случился космос, как гром среди ясного неба случайно... Космос — это легенда. На канале начало набирать 100 000, а потом и 1 000 000 просмотров. Мое природное чутье на креаторов и уровни с большим потенциалом снова дало о себе знать. И этот разряд молнии буквально оживил мой тогда полузаброшенный канал. И в итоге я вернулся в ГД по-серьезному. Разумеется, первым же делом после оживления канала я взялся за восстановление Черри. Буквально за считанные месяцы у меня получилось заново пройти все этапы становления величайших креаторов во всем ГД-комьюнити. За неделю делалось молодец, то, что раньше уходили годы. Но где же все это время был Redemption? Просто валялся на помойке. Я для себя тогда решил. Получился абсолютно неудавшийся сиквел к фейерворку, ничего общего с исходным уровнем не имеющий, какой-то излишне сложный, непонятный. Да кому он нужен? На этой печальной ноте история Redemption'а могла бы закончиться, если бы не одно сообщение от Эйрили. Эйрили? Ты делаешь столько акцента на сарае. Лучше бы возродили Redemption, был единственным, кроме фейерворка, уровень Черри. Уровень Черри, который вызывает ужас. Внушает ужас. Именно в тот момент я задумался, а действительно ли Redemption такой плохой сиквел? Именно в тот момент до меня дошло, что, может быть, сиквел так и не провалился. Но об этом опять же позже. Возвращаясь в нашу историю, спустя какое-то время я решил глянуть, как же там поживает уровень. Оказывается, какая-то ноунейм-команда взяла его себе на декор. Разумеется, у них не получилось закончить ни одного полноценного парта за хрен его пойми сколько времени, и тут я решил вмешаться.
Взял и отнял, было ваше, стало наше. И вот, знакомая фраза. Мы находимся в сегодняшнем дне. Казалось бы, уровень еще даже не начали декорить, а уже настолько богатая и интересная история. Аж сам не ожидал. Ладно, хватит ходить вокруг да около. Вы нажали на это видео ради адской сложности. Сейчас вы ее и получите. Ну давай, мы готовы получать, ёпта. Я мог бы самыми разными словами описывать то, насколько Redemption все-таки сложный. Tidal Wave и рядом не стоял. О, Tidal Wave. Тоже до свидания, а вы что думали? По факту оно настолько сложное, что тот игрок, которому суждено верифнуть Redemption, скорее всего на данный момент еще даже не скачал ГД. Этот уровень уникален тем, что он не пытается отчаянно пихнуть тебе в лицо свою сложность, типа, смотри какой у меня тут ад. Боже. Такое нужно всяким слаутерхаусам, но не ему. Redemption вызывает, да, всяким там очаронам, блядь. Даже не осознаешь почему. Казалось бы, на экране не происходит ничего выходящего за рамки добра и зла. Но ты осознаешь, что это не просто сложно, что это сраный импосибл. И знаете, я, как и большинство из вас, такой себе слэйр. И я не могу полностью на все 100% осознать... Ребят, напишите, какую Вьетнама хардест в комментариях. Так что давайте дадим это сделать тем, кто уже сейчас может полностью осознанно на себе все прочувствовать. Я приглашаю в это видео наших замечательных гостей. А ну-ка. О, Дольфи, нихуя себе. Оценим его сложность. И сразу же, немедля, я предлагаю начать. Сколько это твоего длится по времени? Ой, полторы минуты. Лорд Вайверкрафт. Я хоть и сливаюсь, но это потому, что я ничего еще не заучивал. Ну а так, в целом, эти тайминги вполне тренируемы, да, до консиста. То есть пока что это даже далеко не уровень топ-1. Какого хрена тут происходит? Какого хрена тут происходит? Чего не так? Прохождение просто тут происходит. Просто... Вообще, скипнуть сильнее. Точнее, практика. От этого кончика оттолкнуть. А, это дабл-клик. Так все намного проще, чем я думал, оказывается. Это, кстати, сиквел к фаерворку, как и все остальное. О, получилось сделать ран в 1%. Сколько скипов, мда, явно можно похулиганить. Угу. В целом, это просто полный швах. Какой-то слишком сложный. Представьте, что он тут реально говорит, пожалуйста. Оп. Там три клика надо сделать. Очень интересная концепция сделать множество кликов с изменением скоростей различным. Подбиты. Как бы происходит некая пульсация. Подбиты. Какого хрена тут происходит? Какого хрена тут происходит? Какого хрена тут происходит? Какого хрена тут происходит? Во, вот это очень сложно было. Какой-то дуал непонятный пошел теперь, потому что я теперь вообще... А, все понял, как проходить, все, отмена. Ну, дуальчики здесь, сейчас самое сложное будет это запомнить, наверное. Ой, только 55%? Как же долго этот уровень идет? Ну, не то чтобы он долго шел, но 700 попыток у меня уже оформилось. 700 попыток нормально. Вроде бы кажется, что тут ничего такого сложного нет. Просто сливаюсь, потому что не знаю уровень, но уже столько попыток нафармилось. Мне нравится, как тут заюзаны слоупы. Чем-то напоминает Silent Circles. Ну, кстати, может быть. Ой-ой-ой, что это за тайминг? Вот и тот самый кораблик. Музыка Сейби Сёрф. A few moments later. Вот тот самый момент. Так, а как его проходить? Вот так? О, да это же вообще жопа, нет? Если первые там 30% я могу понять, то что-то это вообще какая-то жопа пошла, нет? Ускорим мучения Вейдера и Дольфи. Давай. И как это? Это жесть. Да ну нафиг, не может быть такого. Концовку точно надо нерф, по-любому. Либо все остальное бафать. Первые 30% точно не сравнятся с концовкой. Но это то, что... Да вообще не сравнятся. Какого хрена тут происходит? Окей, этот уровень безумен. Этот ласт кораблик просто абсурден. Один из самых сложных ГП, что я когда-либо играл. В любом случае, оцениваю уровень на Impossible Demon. Нихуя себе, Impossible Demon. Impossible! Давай, еще немного. Я в три хуе! Ну
концовочка жесткая, концовка очень жесткая. 1500 попыток. Лейаут очень добротный. Impossible, блядь. Очень фаново было в это играть, как бы это странно не звучало, да, такой сложный уровень, 1500 попыток почти, но было реально весело. И что насчет сложности? Ну, топ-1, да, особенно учитывая последний кораблик, этот кораблик отличается чем-то. То есть, либо придется нерфить этот кораблик, либо придется бафать все остальное. Это мое мнение, здесь присутствует дисбаланс, это во-первых. Во-вторых, очень сложные клики, да, при том, что эти клики, они не ощущаются сложными, из-за того, что здесь есть кликсинг, здесь есть фановость, здесь есть необычные паттерны. Привет подписчикам Вернама, желаю вам приятнейшего просмотра. Привет подписчикам Вернама. Короче, передаю слово Вернаму. А третий гость так и не прошел практику. Он сдох. Ахахахахо. Вердикт. Impossible Demon. Да-да, это настоящий топ-0. Вообще, топ-0 это не просто мемное обозначение Silent Hill. Помню, как гриб был топ-0. 0 тут олицетворяет количество имеющихся сейчас и в обозримом будущем игроков, способных такое вообще пройти. Но в этом-то и вся фишка. Когда я делал фейерворк, я не сильно запаривался на тему того, смогут ли это пройти. Смогут, вопрос только во времени. И в случае Redemption я в этом самом времени не ограничен. И сейчас я расскажу почему. Давай, расскажи нам, почему же? ГМД Декор. Не буду особо утомлять вас, просто скажу. Все лучшие креаторы РК в здании. Киви, Конси и так далее. Полный набор топовых креаторов из нашего и глобального комьюнити вам обеспечен. Тематику я пока что оставлю в секрете. На деле мы ее еще не до конца продумали. Вот лишь так скажу, вот, что самой сложной частью всего процесса будет сделать так, чтобы игроку не загораживало экран дохренищий эффект. Что это Но было? Мы с этим разберемся. Так вот, почему же у меня нет ограничения по времени? Ответ прост. Декорить мы Redemption будем в 2.2. И это лучше... Ну, она, кстати, вышла. Это видео вышло до 2.2. Большинство слейеров будут очень до долго видос привлекать к новым кадрам, эффектам, фильтрам и так далее. И это естественно. Вспомните тот же Counter-Strike. С какой неохотой там... Нихуя себе Counter-Strike упомянули. 1.6 на CSGO, а потом из CSGO на CS2. Когда ты играешь во что-то на столь высоком уровне, переучиваться под что-то новое... Я люблю киасочку. Пытка, пацаны. Так вот, в итоге мы дадим слейерам как раз то, что им нужно. 2.1 геймплей, без всяких поворотов-разворотов, но с декором по стандартам 2.2. Просто представьте себе уровень от черри и в стиле черри, но у креаторов в 10 раз больше группы цветов, кастомные частицы, сотни новых элементов для создания уникальных дизайнов и так далее. Redemption будет круто. Настоящей бомбой. Это будет лучший топ-1 демон за всю историю игры. И остается лишь последний вопрос. Получилось ли у Йонка Вейва построить достойный сиквел к Фаерворку? А вот это интересно. Да, получилось. Ведь фейерворк на самом деле был не про черно-белые цвета, не про какую-то там тематику. Тематика там вообще аж целых 3 раза полностью сменилась. Фейерворк был даже не про песню и даже не про свой уникальный стиль. Фейерворк был про страх. Про уровень, который про страх. Кажется невозможным, но настолько крут, про что страх, блядь! Существованием мастерских слейеров разбить эти оковы, выйти из зоны комфорта и двинуться вперед. Когда-то всего-то жалких 15% на фейерворке считались огромным достижением. Лучшие слейеры того времени выкладывали на полном серьезе такие микропрогрессы. Вот про это был фейерворк, и именно про это будет Redemption. Всем удачи! И всем пока. Пока-пока. Дорогие мои зрители и подписчики, что вам хочу сказать насчет данного видеоролика от Вернама. Видеоролик получился, в принципе, интересненьким, прикольным, с хорошей подачей, вот, и ценной для нас информацией. Redemption, конечно, уровень прикольный, у меня есть реакция на канале, кто хочет, можете посмотреть. От души вам всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте, ребят, присылать свои идеи на Google формочку, либо через донатик для снятия реакций. Всем желаю добра, бобра, демон демона, экстрим демона, всем удачи и всем пока-пока.